Меня спросили, зачем мне на оптическом прицеле еще и коллиматорный прицел. Так вот, коллиматорный прицел, когда мы его ловим, точка видна очень быстро, то есть это для быстрой стрельбы. А в оптический прицел, чтобы смотреть, вам нужно вот этот круг поймать сведение, плюс еще вперед-назад расстояние, на котором ваш глаз от него находится. Вот, только сейчас поймал. То есть коллиматорный прицел для быстрой стрельбы, оптический прицел для дальней, более прицельный.